Всем здравствуйте! Сегодня 14 января 2024 год. Воскресенье. Одесса. В Одессе с утра было минус 3. Солнечно. Но мы выходили на градуснике, уже 0 градусов было. Сейчас... Я думаю, это на солнце. Да, но все равно чувствуется потепление. Да. В сосулях нету, ветра нет. Да, помнишь, что здесь раньше было? Да. Да? Да. А что? Ну скажи. ЗАГС Центрального района. Правильно. И в этом ЗАГСе мы с Игорем Сергеевичем расписались. Это было так давно. Да. Скоро будет дата. Мы не скажем сколько. Очень много, да? Ну, хотя это не такая тайна. 43 года назад. Да. Да. Ну, хорошо. Кстати, мы вчера сняли видео, и мы сказали, что нет ветра. Но только мы прекратили съемку, немножко прошли, поднялся вчера такой сильный ветер, и начался снег. Сначала очень мелкий, а потом к вечеру его как бы так немножко увеличилось, да? Да. Ну, это только казалось, что сильный снег, не сильно-то. Ну, крупный так сначала. Да, 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 да. Вечером очень крупный был, да. Но сейчас, знаете, тает, и мне даже кажется, что сейчас стало именно скользко из-за того, что тает, да? В некоторых местах, особенно где брусчатка. Где люди ходили. Там где люди ходили, да. Превратилось в лед, да. И начинает подтаивать. Да. Да, также вчера мы тоже снимали, я сказала, что на Думской люди не вышли. А они выходили вчера на Думской, люди выходили на протест против коррупции. Каждую субботу люди выходят. Но обычно мы шли, и мы видели, как люди еще стояли, разговаривали после пикета, по чуть-чуть расходились. А вчера мы этого не видели, и я подумала, что не было из-за мороза. Но нет, выходили с плакатами, протестовали. Правда, меньше людей, конечно, было, но все равно... Люди выходят каждую субботу. Да, в этом году долго держится снег. Да, даже как-то непривычно. Мы немножко вышли прогуляться. Немножко по своим делам. Это уже вошло в привычку ходить по утрам, прогуливаться. И делать дела. Да, и заодно брать вас с собой на прогулку. А утром тревога была воздушная? Да, была воздушная тревога, но ее нигде не фиксировали. Мне такое впечатление, что это было... они пробовали новую... звук, потому что я потом зашла в Телеграм, нигде не писала, что была воздушная тревога. О, смотри, как они украшены подарочками. Да, и так было слышно громко. Иногда, когда пробую, делают пробную воздушную тревогу, новую, устанавливают, то они репетируют. Проверяют. Ну, что-то для воскресенья слишком рано. Нет, просто обычно предупреждают, что будет. Репетиция? Да. Просто это было, по-моему, около 7 утра. Да, да. Но видишь, я нигде не видела, чтобы писали. Я еще удивилась. Думаю, странно. Думаю, что мне показалось. Видишь, а ты сказал. Да. По-моему, когда я шел уже за хлебом, еще раз была. Это уже отбой, наверное. Да? Да. Так что... Странно. Что ж тогда нигде не писалось? Да. Может быть, что-то не отобразилось у меня. Ну, не знаю. Да, еще прочла сегодня... Ну, я выложила эту информацию на наш канал Телеграм. Одесские прогулки. Ссылку, название выкладывают под каждым видео. Что... В горэлектротранспорте КП там все начальство все уволилось. С
Самой или помогли? Ну, как пишут, что якобы они сами ушли, что они, это началось еще раньше, год назад. Это там связано было с скандалом между мэром и вице-мэром Одессы. Это длилось очень долго, что якобы они делили сферу влияния в этой области. Ну и не сошлись во мнениях. Вице-мэра уволили. И вот и люди тоже уволились. И увольняются, кто еще не уволился. Те, кто не согласен с политикой мэра. Ну, якобы. Я не могу точно утверждать. Но так, по крайней мере, есть информация. Да, как красиво на солнце. Да. Сверкает. Очень красиво, да. Да. Вот сейчас точно нет ветра вообще. Да. Уже видела фотографии, уже люди и видео видела, что уже люди на море гуляют. Ну, на море сейчас вообще благодать сейчас, потому что солнышко, ветра нет. И хорошо. Но тоже пишут, в Одессе минус 3, а чувствуется на минус 15. Нет, как раз мне чувствуется на минус 12,5. Да, Игорь Сергеевич? Нет, я думал, что еще меньше. Да, да. Ну, просто когда тепло одет, уже я уже так утепляюсь, что лучше быть теплее одета, чем замерзнуть. Пар костей не ломит, да, как говорится? Да. Да. Так как-то тихо, так спокойно, да? Народ спит в воскресенье. Да, да. И опять вот эти вопросы, где люди? Ну, люди, ну вы такие странные. Ну, где люди в такой мороз? В такой мороз. Люди сидят дома, стараются не выходить. В будние дни люди на работе, дети в школах. Хотя мы вчера ехали мимо парка, так там очень много детей было. Катались с горки, да, Игорь? Да, и с родителями тоже. Да, очень много было. Суббота была, выходила. Ну да, суббота. И хотя уже вот такой ветер поднялся, и снег был, но все равно детям в радость. Столько было радости. Да, и мы посмотрели на Евдюковском ставок. Застыл наполовину. Местами, да. Местами, да, наполовину. И там чайки на льду чайки и голуби на льду стояли. На голуби не бегали. Да. Бегали, да. Мы сейчас подходим к цирку. Цирк работает, показывают представление. В воскресенье, наверное, так особенно, да? Скорее всего, да, два раза, да. По всему городу, мы еще, да, обратили внимание, висят афиши, плакаты. Ну, наверное, уже началось. Хотя... Что началось? Представление, нет? Там или 11, или 12. С 11, да? Да. А второе... 5 или 6. Просто обычно же заранее люди приходят. Не видно, ну, что все. Сколько? Да? Да. Сейчас совсем рано. Нет, ну не рано, нет. Ну, я имею в виду, для чтобы да. приходили да. в цирк. Так, да. Видите, за сколько? Час никуда не приходят. Гуляют с собачками. За час никуда не приходишь. Ну, чтобы занять место. Согласно билету, да? Вон, цветковый дарунок. С 23 по сегодняшнее, последнее. А, сегодня последний день.
Это до вот. Старого Нового года, а да? Вон 11:00, 13:00 и 16:00. О, даже три раза? Три раза, да. О, как ты хорошо видишь, а где ты так? Прямо вот возле под Дедом Морозом. А, тот желтеньким, да? Да. А, да, точно, точно. Ну да, сегодня как раз хорошо видно цирк. Не за... То вечно стоят большие машины и закрывают. А вон купол да, на втором. Да, купол здесь немножко не видно. Это дальше надо пройти. Я имею в виду. Да, большая. Да. Ну это для детей, видишь, три раза. Ну многие взрослые любят цирк. Получается и в будний день три раза в день. Ты видишь представление? Ага. 11-13. Надо смотреть, там в кассах видно. Видите, там кассы, да. Там видно. А мы таким тихой сапой подошли к новому базару. Что вы знаете? Потихонечку, да? Да. Ну, мы, собственно говоря, сюда и шли. Почти. Почти. Рядом. Мы ж налево идем, да? Мы налево идем. Да. Покажу новый базар хорошо вам. Видите? Вот он здесь. Много разных корпусов. Есть на улице стоят. Но на улице, наверное, сейчас... Не знаю, стоят или нет. Можно, да, мы сейчас увидим. Можно сейчас увидеть. Да, сейчас мы пройдем немножко и увидим. Есть там продавцы на улице или нет. Внутри-то такие есть. Да, там закрыто, там комфортно, да? Ну да. Да, а вот, видишь, есть украинская грилка. Да. Варечку привезли. Глаза голубые. Масечка, ты такая красивая. Здесь хозяина. Да, он это здесь... Не возмущается. Нет, воспитанная домашняя, да. Выпечка, да. Да. Ну что-то... О, машина закрыла вход. Нет, видишь, закрыто. Есть, но все накрыто. Да, закрыли. Еще... Тут надо переходить дорогу. Да, накрыто. Только торгуют. Да, торгуют, но меньше, чем обычно. Ну, наверное, все, да? Прошли, показали. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра.